Друзья, всем привет! По многочисленным просьбам я снимаю качок в чат рулетки. Сегодня вам нужно набрать 10 тысяч лайков, чтобы вышел второй ролик, потому что я снимал этот ролик 3 дня. Я уверен, вам понравится, потому что нарезки просто офигительные, смешные. Вы будете угорать. Мы начинаем, раздеваемся. Погнали! Ём, нифига себе. Твою мать, такую тёлку просрал. Как ты думаешь, я дрыщ, жирный или качок? Наверное, больше качок, чем дрыщ. У тебя очень красивые эти, как называется это? Костя. Это клещица, клещица. Блин, вы все следите, да, за всеми? Да. Чё ты там в штанах делаешь, братан? Да ладно, не говори, я знаю. Дрыщи нравятся или жирные? Мне не нравятся дрыщи. Тачки нравятся, да? Ты. Это хорошо. Шутки шутками, конечно, ребят, но если этот ролик не зайдет, то в Инстаграме точно будут выходить изредка такие ролики, поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы не пропускать, там будет смешно. Да. Нифига, нифига себе. Там, короче, мужик пел, приколись. На колени. Там такой мужик был крутой. На колени. На колени сосать, да? Да, ты сосать будешь? Конечно, брат. Конфет, да? Конфет хочу. Блядь, ты такой сексуальный парень, блядь. Давай еще сексуальнее буду, смотри. Ты долбоёб, блядь, на... О, нормально, о, братан, лайк, держи. Я тебя знаю! Да? Я тебя на улице видела. А у тебя есть канал на ютубе? Ну вон я написал. Да, это ты! Я тебя, короче, видела на улице, когда гуляла в Нарве. Моя подруга сказала, что ты красивый. Нет, это Ашмонис. Привет. Да? Ашмонис. Сейчас покажу. Сейчас придет, я сегодня... Лучше бы был дрыщом. Че, тебе качки не нравятся? Не-а. Привет, пусечка моя сладенькая. Что? Я просто смотрю, одни дрочеры, а вот девушка появилась. Блять, ну это страшно вообще, ёбаная. Мне, кстати, ты симпатичный, слышишь, у тебя улыбка охуенная. Страшилой назвала меня. Там изящная улыбочка такая, ну, персик. Улыбайся почаще, чувак. Короче, я хотел вопрос... Я просто беременная и сытая. Я понял, короче, хотел вам вопрос задать. Я дрыщ, качок или жирный? Ты симпатичный. Короче, вы угадали? Ой, какой ты. Дрыщ, потому что у тебя очень хорошо выпирает ключица с плеча. Вау. А чё ты такой грустный? Сейчас. Добрый вечер, так сказать. Вот тут многие люди занимаются непотребными делами. Как вы к этому относитесь? Я сам этим занимаюсь. Серьезно? А зачем? А? Зачем? Нравится. Короче, если вы знаете, может быть догадываетесь, то напишите в комментариях, зачем они непотребными делами занимаются, вот прям на камеру. Зачем это нужно? Им не платит никто, они просто наяривают сидят. Зачем? Напишите в комментах. Можно креативные, смешные какие-то комменты. Привет, кусечка моя сладенькая, конфеточка моя любименькая. А ты не мужик? У тебя соски, кстати, просвечивают. Это так и должно быть, да? Да. Хорошо. О, нифига себе, ты красивый. Как накачать руки? Дрочить. Дрочить? Смотри, как я надрочил. Левую покажи. Это ты серьезно качался или... Ну, смотри. Классно. Вы прикольный. Большой брат следит за тобой. Да, я понял. Как руки накачать? Не знаю, дрочить. А, смотри, как я надрочил, нормально? Класс. Ну, ты еще мало дрочишь, надо больше, брат. А как думаешь, сколько лет я занимаюсь? Нисколько. Нисколько? Ох, ёб твою мать. А ты не ходишь в зал? Нет. Почему? Зря. Почему? Приседания делать, попка офигенная. Вообще классно будет. Она у меня и так офигенная.
Но так, возможно, целлюлит, потому что, знаешь, по пляжу идешь и смотришь, у многих девчонок целлюлит. И это некрасиво. У тебя есть целлюлит? Чуть-чуть, может быть. А у меня банки есть. Банки? У меня тоже есть дома банки. Смотри, не разбей. Это прикольно. Трехлитровые? Конечно. А что, синтол, да? Не, у меня пока что 2 литра только баночка. А, что, синтол? Да какой синтол, ты чё? Нет. Специальный клуб. Я туда протеин вливаю. А, да? Да. Неплохо. Ничего себе, у тебя мотыляет. Напряги базуку. Я боюсь, ты офигеешь. Да не, не бойся, давай. Да я-то не боюсь, я боюсь за тебя. А, за меня боишься? Я отвернусь, брат. Ха! Скажи, пожалуйста, я слишком худой, мне нужно подкачаться? Ну да, надо. Думаешь? А не надо. Нет, ты не дрыщавый, куда тебе еще качаться? Ты хочешь руки-базуки себе, да? Ну, они и так базуки. Ну нахер. Отец. Ну нахер. Я слишком худой? Нормально, нормально. Сойдет, да? Сойдет. Все нормально, все норм. А если ты качок вот такой? За Хабиба топишь? Конечно. По красоте работаем. Где, блядь, там фотосессия, что ли, у тебя там? Нет. А что за вот этот зонт, не зонт? А я блогер, брат. Нифига ты. Ты в чат рулетки как это? О! Ты капитальный красавчик. У тебя хороший лоб, но там есть 3 прыща. А вот смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ладно, 8 прыщей. Где мои 8 прыщей? А вот прям ты вот так сделала, я вижу все твои прыщи, видишь, у меня чистый лоб. Нет, вот 1, 2, 3, 4, 5. Есть, да, все-таки прыщи? Блин. Ё-моё, ну у тебя больше, у тебя 8, у меня 5. Спасибо. Ну, это же половину лба. Да, половину. На вторую еще 8, да? 16. Еще 8. Братишки, если вам понравился этот ролик, поставьте обязательно лайк. Если он вам не понравился, тоже поставьте лайк, потому что это очень сложно. Я пахал 3 дня, искал эти реакции. Капец, как долго. И мы тогда выпустим второй ролик, как наберем 10 тысяч лайков. Если вы хотите посмотреть еще один ролик, то переходите в мой инстаграм, подписывайтесь, и там будут иногда выходить такие ролики. Почаще гораздо, чем в ютубе, потому что там маленькая продолжительность ролика, минута. А так, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, показывайте друзьям, давайте раскрутим этот ролик, посмотрим, сколько он наберет, и увидимся в следующем выпуске. Пока!